www.kudaidomis.com. Balšoj, balšoj, секрет. Хакер был пьяный, фокус не удался. Мы пошли в кафе, называется... איך זה נקרא? נחלת בנימין 48? Называется נחלת בנימין 48. Почему мы туда пошли? Потому что там есть самый вкусный пай в мире. Но мы еще там не были. Вот поэтому, как мы знаем, что это самый вкусный пай? Потому что это было написано в 60 самых вкусных... Нет, 40 самых... Нет, 60 самых вкусных порций в Израиле. И мы там еще не были, так что мы пошли, и это находится где-то 20 минут от нашего дома пешком. Мы шли перед морем, да. Мы там были закрыты, потому что закрывается в 12 часов. А сейчас 11, я думаю. Или 10 с чем. Идем в другое место. До дома. Кто там идет впереди? Марель. תראה לנו את הכובע היפה שלך. Самой лучшей кондитурии в мире. Называется кондитурия Далала. Ну, есть такое место, называется Далала. Это самое лучшее, я вам покажу даже. Что хотите? Это самое идеальное место в мире. Тарт клубничный, для меня кофе. И такая штучка с крем, патиссьер и шоколад. Это для моего любимчика. Мам, ислах на щека. Говорили вам когда-нибудь, жизнь коротка, кушайте десерт раньше. Так что мы сначала скушали десерт, потом мы кушаем киш, сладкая картошка и то, что папа кушает, не знаю, как называется, спинач. Тут так вкусно, даже птички с севера приезжают. Это птички с севера, я знаю. Это ресторан Далал. Тоже очень классно тут. Маз ясмин. Это дерево ясмин. Очень вкусно пахнет. Не вкусно, а очень сильно пахнет. Мы в магазине, там где марокканские дизайны. Дизайн марокканский. Я обожаю марокканский чай. Вот такой. С такими чашечками. Поэтому я сюда зашла посмотреть, если тут есть. Я знала, что они тут будут. Таны. Красота. Я очень люблю такие дизайны. Марокканский самовар. Мы обожаем этот район, потому что тут столько креативности. Я смотрю, тут на каждом шагу дизайнер. Тут архитектура. Дизайн улиц. Просто прелесть. Тут люди креативны. Просто, не знаю, вы дышите тут жизнью. Пробки вины, пробки... Опять мне надо убиваться с вами. Есть пробки вины, есть пробки машины и есть пробки человеческие. Так что даже когда в Тель-Авиве ты ездишь на велосипеде, говорят, это лучше, потому что нету пробок, не надо парковать, потому что тут нету нигде парковок. Но все равно есть человеческие пробки. В общем, я опаздываю в университет, как всегда. Как всегда я. Вот это называется Мигдалею, а это называется Акиров. И вот в Акиров живет Барафаэле. Если вы знаете ее, модель такая израильская, очень известная. Если вы хотите, идите, проведайте ее. А мы поехали.
Вот мы приехали из одного креативного места в другое креативное место. Мы в моем университете Киев. Закончила учиться очень быстро, сейчас иду на работу. Я уже им сказала, что они будут тут работать. Так что мне осталось неделя с половиной тут. Я очень люблю там работать, но просто это очень далеко, так что будет мой университет. Любимый. В общем, так, ребята, я закончила работу. Я закончила университет, я никуда не гуляла. На ветерок мы не успели пойти на море. אתה יודע, מאלה הארוכות הן תופסים ככה. בגלל. רגע, רגע, נהיה את הגודל. Заканчиваю свой день. Сейчас уже почти 12 часов ночи. Мой чебурашка тут. Он скоро заканчивает. Мы пойдем домой спать. И 8 часов завтра нельзя опаздывать. И мы начинаем наш уикенд. Потому что наш уикенд начинается завтра, четверг. Наверное, завтра вы увидите. Или нет, потому что у меня есть много влогов вам сделать, я еще их не отредактировала. Опусти кать за каждый день. Кто-то мне попросил, ты не могла бы немножко снимать? Ты не могла бы каждый день маленькие влогчики снимать? Я сказала, что нет. Так что... Сейчас я с вами прощаюсь, спокойной ночи, я вас обожаю, ставьте мне палец вверх. Или не ставьте, как вы хотите. Я просто YouTube просил мне это говорить каждый раз. Но мы скоро увидимся. Напишите мне внизу, какие видео вы хотели бы видеть на моем канале, потому что я не понимаю, как у меня есть почти 1000 подписчиков, но на каждом фильме только 200 человек меня смотрит. Наверное, я скучная и неинтересная. Так что скажите мне, как вас заинтересовать, потому что я снимаю видео за вас, мои любимые. Так что спокойной ночи. Ой, извините, надо делать маникюр. Если моя мама это увидит, она просто в эту секунду мне позвонит. Скажет, Эден, когда в последний раз ты делала маникюр? Маникюр. Пока.